Все случилось неожиданно, не про этот случай. Жители пятого дома по улице Магнитогорской давно ждали, когда же кирпичи на фасаде сползут на землю. Началось все с малого. 2 года назад, что вот это отслоение появилось, там была маленькая трещинка, мы уже начали с этим управляющей компанией говорить об этом отслоении. Это ожидалось. Была разница уже от стены, отход большой. Мы знали, что вот-вот, очень боялись. Сейчас надо проверять все и делать с заключением специалистов. Сейчас нельзя просто замазать и все. Это будет просто на время. На месяц, на два, не больше. Мы даже до зимы не выдержим. Хорошо, прохожих рядом не было, и никто не пострадал, кроме самого дома. Зданию 20 лет, и это не первая его потеря. Облицовочная плитка с декоративных пилястров давно облетает. Незамысловатые архитектурные элементы разрушаются уже на 3 подъездах. Строительный полтергейст происходит и в квартирах. Посреди ночи раздается треск плитки на полу, рассказывают жители. Последний раз вот они взорвались. Вот это взорвалось, это я чуть-чуть склеила, да? Клеем вот. Вот пошла трещина. В управляющую компанию совет дома обращался неоднократно, просили провести технический осмотр и ремонт, но пожелания оставались на бумаге. Когда гром грянул, сотрудники коммунальной организации согласились, необходима строительная экспертиза. Вызовем специалистов, проведем строительную экспертизу и уже по результатам будем определять мероприятия, какие необходимо произвести. Чтобы не угрожало это жизни и здоровью, мы проведем отбитие вот этого вот кирпича, декоративной плитки, чтобы не было угрозы обрушения в дальнейшем, и оградим опасный участок. Назвать причину, по которой пострадала облицовка, управляющие компании пока не могут. Провести экспертизу обещают до конца апреля. Олег Зверев, Марина Кравцова, Константин Головин. События.